как распространяется COVID-19 и как от него защититься. COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное недавно открытым коронавирусом, впервые поражающим человека. Заболевание может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного COVID-19 при кашле или чихании. Капли могут попасть в рот и нос человека, находящегося вблизи. Эти капли слишком тяжелы, чтобы переноситься на большие расстояния. Они отлетают примерно на 1 метр и быстро оседают на поверхности. Поэтому от человека к человеку вирус передается в основном при близком контакте. Длительность выживания вируса на поверхностях пока точно не установлена. Поэтому следует часто обрабатывать поверхности, особенно если они находятся вблизи людей, зараженных COVID-19. Руки касаются многих поверхностей, и на них может попасть вирус. Не трогайте глаза, нос и рот. Руки могут перенести вирусные частицы с зараженных поверхностей в ваш организм. При кашле или чихании прикрывайте рот или нос сгибом локтя или одноразовой салфеткой. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить в закрывающуюся урну. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Это убьет вирус, если он попал на ваши руки. Заботьтесь о своем здоровье и предотвращайте распространение COVID-19.